Walker. Protect the world from the zone. Join duty. Stalker, protect the world from the zone. Join duty. Thank you.
А вот такое вам как. Музыкальная пауза. Кончай уже, Рита.
Ну, порадовал, порадовал. Anomalies, dangerous mutants, anarchists, and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. If you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. Responsibility to protect the world from the expanding zone.
Free stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Слышали? Около зоны спать нельзя. А то и просто крыша поедем. Это точно. Что да, то да. Но, говорят, если приспичит, поспать значит, то на голову надо надеть шлем с сеткой, с тонкой проволоки. И все обойдется. Да ну! Не знаю, не верится. Да ну! Кстати, говорят, военные сталкеры в каких шлемах ходят. Какие-то такосъемники приделаны. Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Reds Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. Такое вам как? Thank you.
сразу ничего. Это не тебя. А душе не будет. Stalkers, we need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Stalker, protect the world from the zone. Join duty. Veterans,
joint duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Ну, порадовал, порадовал. Мастер. Вот это как медом помазал. Слышали легенду о темном сталкере? А? Блин. Боюсь ее рассказывать. Мне ее рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Если я расскажу ее, завтра погибну. Нечего к нему. Мы всегда рады обслуживать новых клиентов. The zone's expansion. Join duty and save the innocent. Thank you.
Однако тут народ двигает с дикой скоростью. После утра ты встаешь плохого. А дома ты как бываешь? Придешь вечером, а баба ждет на окнах, что дядя я приехал. Однако тут народ берет с этой скоростью. Да, вот она, работа, грудью ощущать. Узнать бы еще, кто же здесь этот спирт, который... Так, музыкальная пауза. Ну, порадовал, порадовал. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Как бы я солдата здесь кончил. Второй раз я использую так замучиться, собрали. А что вообще выпуск на все расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай приезжают. Stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Совести совсем нету у этих. За неделю подошли какой. Все, подрыхнули-то. Играть научиться. Ну, если повезет. Найдем тех, кто все это устроил, и поговорим. Душевно так поговорим. По-мужски. Сами что-то мы тут в сторонку отойдите, не мешайте работать.
Чуваки, а кто-то слышал о каких-то особо засекреченных лабораториях глубоко в зоне? Говорят, до сих пор работают. Как там смогли выжить люди после взрыва, неизвестно. Без припасов, энергии. Возникает вопрос, а люди ли там работают? Или может точно непонятная хрень там сидит? Брехня. Я тут с Типком общался. Грит сам в лаборатории не видел. Но как-то словил он странные переговоры по рации на янтаре. В них о какой-то лаборатории речь шла. А один чувак ему клялся, что видел какую-то полупрозрачную фигуру в скафандре типа сталкеровского, но более навороченного. И эта фигура ему сказала, чтоб валил отсюда прочь. Мол, не мешай, мы тут работаем. Я офигею. Ну, парень пересрал, понятное дело. Он такого в глаза раньше не видел. Правда, он утверждал, что было на радаре. Ну, вы понимаете. Так что вряд ли, правда, конечно. Но я вот думаю, что если в момент, когда зона рванула, что если она этих людей перевела в какие-то энергетические сущности? Типа новые люди. А? Ага. Да. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Пиздец охота. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Куда не откроешься. Что она разумна, чуть она, так она и будет. Ну и ухожу, как и я. Полный ноль. Расписать пока нельзя. Ох, нельзя. Как ты это будет, я с патронами с него. Короче, Хохман. Встречаются двое сталкеров. Слышь? А ты про Васю, ну того, который в детстве еще хотел летчиком стать. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists, and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. Заветная мечта. Полетел. А поновее ничего нет? Вот послушайте, мужики. Как-то не вовремя.
солдат этих кончил. Второй раз я встретил, когда мы тебя подобрали. А что вообще жить на такие расклады пошли? Сидят, блин, на твоих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай заезжают. Нет, ну свобода. Они ведут натурально. Обижал за дебилов на Кузина. Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь. Однако дерьмово. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. Эх, если бы уроды всякие не мешались. Может, мы с вами уже и вычистили бы до самого донышка. Все-таки накоплю я на свой дом. У речки. Free stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Нет, все равно. Пока зону не сделаем, мы уйдем отсюда. Правда, у нас такого нет. И не дай бог мне такое выбрать. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. А слышали легенду о темном сталкере? А? Блин. Боюсь ее рассказывать. Мне ее рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Тьфу-тьфу-тьфу. Может быть и я, если расскажу ее. Завтра погибну. Нет, чуваки, не буду. Да всякое бывает. Ты никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Attention, stalkers. We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Что? Защитник человечества. Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Так же надеются. Нифига не про нас не знали. Да и хрен к ней, со славой. Разобраться без этой зоны. Ты чё? Я наконец думал, что это аппарат не взял. Ты что, не видишь? Я так думал, как это думал. Stalker, protect the world from the zone. Join duty. Да, хорошо, там же. Ты какого черта не мог сюда ходить? Вы сюда полностью. Ёлки палки. Знать бы раньше, что столько поток на тебе придет. Патрон, еда. Да, если все это дело допустим. У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить мелкого.
Что-то мое. Что-то мое. Знать бы. О. Чего заскучали, мужики? Задняя сальто делать. Запрело. А тут зомби мимо проходит. Ну, останавливается, смотрит так скептически и говорит. Да нет, фигня это, не выйдет ничего. Кончай страдать. А этот циркач отвечает ему строго. Я тебе дам, фигня. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Блин, так не смешно же. Свобода с янгаром. Какая тут свобода? Выпусти тварь из этой юнит. Сами шизануйте, в сторонку отойдите, не мешайте работать. Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. А где мочки, да, с книжкой толковой. А вот что-то тут интересно. Первого дальше. Не так, что ли, первого золотое дно. Ну, так что это побольше надо. Сегодня науки опять же. Вот наберись кофе там. Будет и бахнет это людей. Спасибо. Эх, вот и тут всегда такая толкадона. Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. Слушайте, мужики.
стоит. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нету у этих? За неделю подошли какой. Вот как вернемся, тоже останется. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нету у этих? За неделю подошли какой. Ты чё? Ты чё, например, думал, что фотоаппарат не делал? Ты думал, что... Что-то не стал я. Никак не болею, никак не болею. Все, музыкальная пауза. Нет, ну свобода. Анекдот натуральный. Набежал он мне в неделю на кулинок. Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. И ничего не скажут. Что? Защитить человечество? Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Как же надеются? На тебя они про нас не знают. Да и хрен с ней. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Ну, если повезет, найдем тех, кто все это устроил, и поговорим. Душевно так поговорим. По-мужски. Однако дерьмово. Все-то явно складывается. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. Шорох там, надвижняк стрёмный. Тебя не колышет.
спокойно высаживаешь рожок по сектору обстрела. Лупи по кустам и деревьям. Рожок отстреляешь и падаешь за укрытие на спину. Контролер цепляет, если видит тебя. И то ему нужно время сосредоточиться на жертве. Пока загораешь на спинке, перещелкиваешься на спарку. И ставишь калаш на короткую очередь. Досылаешь патрон, считаешь до трех и рывком. И рывком валишь оттуда. Сосали инфу, салабоны. Будете как я, доживете до дембеля. Все правильно. А зверье тут? Да и люди. Не особо лучше. У солдата вечно впереди. Ты видел это старый физик, это кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить мелкого. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Нет, ну свобода. Анекдот натурально. Побежал он за анекдот на кухню. Хотя в боевых вопросах они не так это делают. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Так бары два сталка. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком неводке. Вы просто выходите, кстати, и видите, что на Ниве приехал, две они там запретили моду. Ну, он ему, значит, и говорит, мужик, ты чего уродишь? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает, да я вот тоже не закрывал, так вчера, блин, дуры залезли и все сидушки заблевали. А поновее ничего нету? Free stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to
protect the world from the expanding zone. Вот вернулась. После такого везде хорошо будет. В любой дыре. Сколько тут еще дряни всякой. Чистить и чистить. Нет, без музыки тут грустно. Как медом помазал. А группа моя никого уже. Никого. Free stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Вот послушайте, мужики. Слышали о проводнике? Он, мол, самый первый из сталкеров в зону Хайдначо. И вроде может провести практически в любую точку зоны. Вот это да! Другое дело, что найти его очень проблематично. Да и соглашается, говорят, он провести далеко не всех. Денег берет немало. Но если нашел его и договорился, то будь уверен, он тебя доставит в нужную точку зоны. Вот с ним бы потрещаю. Рон-то видел, что там, за радаром. Ох, сомневаюсь.
The 100 Red Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. А зверьё тут, да и люди, не особо лучше. А почему тут люди стреляют в людей? Это как люди спрыгнут, а не еще без конца собаки. Это не стал я. Не так много времени, как я не могу сказать. Не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. Ухло. Пробивали тут стаи. Ну, точно двери, по свету скорость. Одни как раз блончили, так и работали. Зона. Да мы все теперь в зоне. Головы до ног. Я без старта уже по ней, где хочешь, могу. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. А все-таки накоплю я на свой дом. Тву речку. А чтобы я сюда. И не радиации, и да не твари. Плюс молочей разных. Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке это с книжкой толковой. Слышали? Глубоко в зоне спать нельзя. Случаются такие кошмары, что можно и не проснуться. Кто-то от разрыва сердца во сне коней двинет, а кто и просто крышей поедет. Что да, то но, да. Говорят, если приспичит поспать, значит, то на голову надо надеть шлем с сеткой из тонкой проволоки. И все обойдется. Да ну, ох, сомневаюсь. Кстати, говорят, военные сталкеры в таких шлемах ходят. Какие-то токосъемники на них приделаны. Да, все может быть. Тебе надо было побольше гореть по стенам. Ведь я же знал.
Опять сапожище хреновые подсоманы. Тон совести совсем нету у этих. За неделю подошли какой-то. Однако дерьмово все пыльные нахватывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти не было. Так она и будет. Это как медом помазал. Хорошо. Опять сапожище хреновые подсоманы. У них совести совсем нету у этих. За неделю подошли какой-то. А такое, слышали? Встречаются двое сталкеров. Слышь, а ты про Васю, ну того, который в детстве еще хотел летчиком стать, знаешь? А что с ним? Да он вчера в трамплин попал. Опа. Сбылась, можно сказать, у человека заветная мечта. Полетел. Хороший. Вот себя хорошо. Пошел поляну с грибами, и тут тебе и стол. А ты так прямо себе поет, как ты вредь и не берет. Чего заскучали, мужики?
Да. Пока нельзя. Ох, нельзя. Да, вот она, работа. О, вот тот уже кабан пошел. Вот тот. Вот что за яблой парень. У солдата вечность впереди. Ты ее со старости не путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить мелкого. Duty on its triumphant march towards saving the planet. Грибами, а тут тебе и стоит. А ты такой на тебе поехал. О, вот это уже собака. Вот это. Вот это я говорю. Да. 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 Хабара, никакого приварка. Однако дерьмово все это явно складывается. Боже, уже тут парень, а подмоги почти никакой. О. Короче, Хохман. Attention, stalkers. We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Ну, летит того. Второй замухрыстый на драной ниве. Ну и начинает крутой прикалываться, глядя, как тот все никак дверцу помятую захлопнуть не может. Кричит ему: мужик, что ты со своей развалюхой морочишься? Кому она нужна? Ты еще противоуголку поставил, комик.
Я вон свою и то не закрываю. Кого тут бояться? Ну, второй молчит, а двери кое-как все-таки закрыли. Возвращается он, значит, из бара. А крутой молча стоит у своей машины, как окаменел. И только в салон смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит. А потом сочувствует так. Да, приятель, не повезло. У меня вот тоже такое как-то случилось. Не закрыл дверей, так дюреры залезли и засрали все в утне. О, черт, а поэтому какие нежелания. Свобода всем даром. Какая тут свобода. Выпусти тварь из этой линии. Станешь уже на этой стороне подойдите и не дайте работать. Как бы я, солдат этих кольков. Второй раз я испытываю, как бы это вообще жить не раскладывается. Сидят в плюс, как бы их долбанят в нем поставить. Ну, на нашем горбу не знаете. Да и что она уже как собаку убивала? И что они лучше с трепом гладят? Как собаку убивала. И все они лучше стариков гладят. Ох, неохота мне за хабаром сегодня трястись. Сейчас бы двое на это мясо. Это мочки, это слышно и толковое. Ну, лучше все ничего не надо. Решится, блин, не так. На американцев она смотрит, не стоит, что обезжат на путь. Ты не будешь дать нам, и он тебе так собак. Я еще раз дом тебе, хотя в кого бабка. Хотя ты ж не дает так, не бросай. Нет, ну чего этим свободовцам надо? Чтобы зону не трогали? Да как такое можно не тронутым оставлять? Это же не заповедник был, купец кругом. Волки, знать бы раньше, что столько таскать на тебе придет. Патрон, лица. Да, если все это делать до сих. Все, музыкальная пауза. Происходит. Да, да, вот такой-то, что ли?
учиться ничему некуда. И учиться, блин, не хотят. И на американцев она смотрит, и крыши крывает от жадности. Ты не про аномалии, он тебе про собак. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Опять кишки болят, там, не разбросать. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Нашел поляну с грибами, и тут тебе и стол. А ты таскаешь себе паёк. А вот анекдот. Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, а рядом контролёр отсылает. Сталкер ему, пошел вон отсюда, пока цел. Контролёр обиделся. Ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха 100 лет. А сталкер своё гнёт. Я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь. А вот нацарапать какую-то похобень тебя станет. Хорош уже, кожу трапит, блин, сплошного. А дома такая была. Придешь вечером, а баба домашнего на стол, дядячего. Сталкер, protect the world from the zone. Join duty. Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Правда, у нас такого нет. Не дай бог мне такое выпадет. Attention, stalkers! We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Другой умер, кровоизлияние в мозг, остальные в реанимации. Говно, в общем. Степанов под капельницей, успели вывести. Федин тот контужен. Если бы, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули контейнер с артефактами, сейчас у Тихоныча. Его группа физиков проверяет его на приборах. Предварительно говорят, что это обломок аномалии, чего-то культура. Инкапсулированное, какое-то торсионное поле, плотнее раны белого глаза, плюс какая-то пульсация артефактов, дыровые и психроны. Свойства, естественно, непонятны. Тихоныч молчит, как партизан. Пульсация, мать ее. Да. Чего только не бывает. Тебе надо было побольше галет спасти. Ведь как знал. Чего заскучали, мужики?
правда ничего. Ладно. Ну, порадовал, порадовал. Пить это хорошо. Здравствуйте, как хорошо. Да что было ошибок. Судьба. Плохо. Судьба точно никуда не сваришься. Все на одно написано. Так оно и будет. Мы здесь, если победим, найдем тех, кто все это устроил, и поговорим. Душевно так поговорим. По-мужски. Кто-то мне за хабаром сегодня пристись. Сейчас бы дома оказаться. А ты мочки это с книжкой толковой. Солдаты, блин, тоже. Stalker, protect the world from the zone. Join duty. Ух, пожрать бы сейчас основательно.
Пацан на джипе, у классного прикиде и стал. Ну, лошара такие злостные, на розбитии вообще в жопу ныли. Ну, пацан выходит, значит, с тачки и бачит. Сталкер в 5 минут двери захлопнуть не может. Ну, тут пацан... Thank you.
Не надо было так ладонью сходить. На завтра, наверное, кажется. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. У солдата вечность впереди. Ты ее со старости не путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить мелкого. Новичком он еще как собак не ведал. И все они лучше стариков знают. И как-то мои, что-то мои, знать бы. А зверьё бы, да и люди. Free stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Ну, кончай уже, Рита. Нет, ну свобода. Я не любил натурать. Побежал он за ним, дебилок на курину. Хотя в боевых вопросах они неплохо понимали. Ничего не скажут. Подбивали тут стая. Ну, точно двери, а светлый спор. Одни как раз гонщили, как раз гонщили. Другие то ли нас отзвали, то ли зона от нас отстанет. Солдаты, блин, кто же? Человек вам шляпнул, что вы смотрите. Вот ведь как грохнулся в истории. Эх, зверьё, ну всегда хорошо. Нашел поляну с грибами, а тут тебе и стол. А ты как цены тебе поёк, если вредить не делал. Идем тех, кто все же устроил, и поговорим. Душевно так поговорим. По-мужски. Вот дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, ни какого приварка. Опять сапожища хреновые подсунули. То ли совести совсем нету у этих. За неделю подошве какой. Free stalkers, veterans and hunters, join duty.
Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Никуда не строишь. Что на Радона? А вот что я еще слышал. Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо — аномалии. Вперед — монстры. Налево — кабаки и дети. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. Такие новые непонятные кабаки и девки. Блин, так не смешно же. Ему всегда хорошо. Нашел поляну с грибами, и тут тебе и стол. А ты таскай на себе паёк, если выйти неделю. Так я тебе твой, я с патронами делаю. Вот гад. Эх, вот и завсегда такая толка была. Attention, stalkers! We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. А группа моя никого уже. Никого. А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Однако как дерьмово все это явно складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. Новичка он еще как собак неведомо. И все они лучше стариков знают. Free stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Нет такого выхода. А зверье тут, да и люди.
Не особо лучше. А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. И никого на горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Сколько тут еще дверей все тут? Правда, ничего. Это взять и послать эту зону к такой комнате. За место тут не закомолились. Ни слова доброго никто не скажет. Внимание, анекдот. Идет, значит, молодой сталкер по зоне. Тужбат рощица. Или маленькая, а на карте ее нет. Ну, зеленый туда-сюда, как быть. И соваться стремно, и как лучше отходить нужно. Тут глянь, мужик какой-то неподалеку маячит. И ни на долговце, ни на наемника не похож. Обрадовался, значит, молодой к нему. Так, мол, так, не подскажете, как бы мне рощу вот эту вот обойти? Что ты говоришь? Мне тоже в ту сторону. Пошли вместе. Идут себе, хорошо, спокойно идут. Молодому скучно стало, он и начинает подлизываться. Вот, значит, здорово, как быть тертым сталкером. Не шугаться от каждого шороха, оружия не таскать много. У мужика того и правда ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут вообще бояться? А кого удивляется молодой? Ну, это монстров, контролеры одни чего стоят. Мужик так помолчал и говорит обиженно. Дурак ты, если б сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролеров, за что монстрами обзывать? А по ней учатся ничего не. Получится, блин, не так.
На американского насмотрели крикорычки. Attention, stalkers! We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Да. Кстати, слышали? Говорят, что все, что происходит в зоне, имеет незаконное происхождение. Типа эксперимент, вулканы людьми. Здесь, в зоне, как на полигоне. Не знаю, не верится. Говорят, например, что артефакты — это бомбы, которые в один прекрасный момент сдетонируют. А так их растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов Земли. Да ты чё? Ну вот еще. Это, конечно, не верить, но кто знает. Может, тот, кто за радар ходил, и может сказать. А кто реально видел второго уровня сталкеров, оттуда вернулся? Мычат что-то, слюни пускают. Да, вот и лезут мысли подобные. Я вот думаю, может, эти уродцы инопланетные на месте радара поставили поле какое-то свое защитное, которое стирает им мозги, как наждак. А? Это точно. Да всякое бывает. Ага. Музыка.
Молодец. Майор. Ох, вот тут уже хабар пошел. Укор. Вот это завязано, пара. Stalker, protect the world from the zone. Join duty. Как охота. Эх, классно сейчас хорошего. Да чтобы у нас шибал. Шел я, короче, в одной избушке, мне сказали, есть клевое место, клевое, артефакты, вроде бы, нычка чья-то. Подхожу, значит. Толканул я дверцу, закрыт. Что такое? Еще раз, опять закрыт. Я, значит, ее стерву открываю, она стерва сама закрывается. Понял я, что в дверь меня кто-то не пущает. Ну, что ж, полез в окошко. Внутри отдышался, поправился чуть, пошел смотреть, кто это с дверью баловал. Там комната большая, в ней стол стоит, длинный такой, как шоссе. А у стола стул стоит, высокий такой, как башня. И тут кто-то зашептал у меня в башке, аж шеха пошло. Ты кто, спрашивает? И что? Ну и чего? Я говорю, Ваня я, тутошний, меня тут каждая собака знает. Тут снова зашептала. Ты, говорит, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? А я-то не растерялся, говорю. Так это ж зашел водички попить. Смотрю, никого нет, вот залез. Да, нехило. А она мне говорит, ах, водички? Нету, Ваня, здесь водички. Да и не нужна она тебе больше. Ну, блин, я тут говорю, как? Ну, если нет водички, ну так я пошел. Тут я попробовал сколоть оттуда по-быстрому. Тут все одно, или тварь какая тутошняя со мной заговорила, или белая горячка, а пора из зоны сматывать. Молодца! Оно говорит, ты погоди, Ваня, останься, дело к тебе есть. У меня ноги к полу приросли, не подвинул. Оно говорит мне, что-то с твоей башкой не так, я тебя почти не чувствую. Чудо спрашиваю, мне надо чувствовать, не надо меня чувствовать. Это опять, тут и оно, что надо. Я таких, как ты, за 200 метров чую. А тебя вот только перед самой дверью, да и то. Только после того, как ты ломиться начал. У тебя что, новое специальное оборудование какое есть? Ты, какое у меня оборудование? Говорю, нет у меня ничего. Фонарик вот, да, двустволка старая. Вот и все оборудование. У меня гражданин начальник, ничего такого сроду не бывало. Да. Ага, оно говорит, ты мне не ври, Ваня. Я тебя насквозь вижу, не доводи до греха. Я говорю, да ей-богу нету, ну хоть обыщи. Оно зашептало, а вот это можно. Тут-то у меня телогрейка зашевелилась. Все, что в карманах было, выползать начало само по себе. Развезди. И главное, чекушка заветная туда же. Но думаю, гады, не, родное вам не отдам. До хаты целый день топать, я ж не доживу. Цепился я в бутылку, вот дитё. Мое это добро, гражданин начальник. А бутылку как кто-то держит. И не отдает, тянет вверх. Ну, думаю, падлы, не видать вам моего самогона. Потянул бутылку к себе, зубами пробку вынул, начал пить. Круто! Ну ты крут, чувак. Молодца. Три глотка еле сделал, не идет. Горло как тиска раздает. Перед глазами круги уже. Так вот, ну, значит, глотнул я еще раз. Пять, наверное, через силу. Кинул им бутылку. Подавитесь, падла. Тут ты меня отпустил. И вот это говорит. Ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Никуда я, гражданин начальник, не пропал, говорю. Сам потихонечку отползаю. Оно опять. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет. Тут-то я и сообразил. Хотя первачок уже по-моему дал неплохо. Потеряла меня тварь из виду. Текать надо. Кое-как поднялся на ноги. Все качается, как балкер в 9 баллов. Подхожу я, значит, к окошку. Гляжу назад. В комнате гвозди летают.
вещи мои из карманов, которые кирпичи сверху падают. И шепотят проклятый мне вслед. Я тебя, Ваня, все равно достану, достану. Нифига себе. Так вот, выскочил я, значит, из окна и ходу. Вещи, ружье, все там осталось. Как я пьяный из зоны выбрался, бог весть. Но теперь я туда не ногой. Тот райончик. Сдохну, а не пойду. Я вот думаю, может лучше к ученым. Давно сторожем звали. Ружье, фуфайка. Все вещи пропали, куда все так? Сука. Вот такое со мной приключилось. Чего только не бывает. Да мы все теперь в зоне. А вот такое вам как? Я без карты уже по ней где хочешь могу. А слышали о проводнике? Он, мол, самый первый из сталкеров в зону ходить начал. И вроде может провести практически в любую точку зоны. Ни хрена себе! Другое дело, что найти его очень проблематично. Да и соглашается, говорят, он провести далеко не всех. Денег берет немало. Но если нашел его и договорился, то будь уверен, он тебя доставит в нужную точку зоны. Вот с ним бы потрещать. Он-то видел, что там. За радаром. Ох, сомневаюсь я. Тебе надо было побольше дается на мне. Я бы знал.
Эх, не тот уже хабар пошел, не тот. Вот и завязывай, пора. Кто-то устал бы. Не так надавили, не так слабо. Вот. Зона. Да мы все теперь в зоне. С головы до ног. Я без карты уже по ней где хочешь могу. Завалить бы сейчас подрыхнуть. Ничего, нормально, разъемся. Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, Стрелок под капельницей успели вывезти. Федин тот контужен. Если бы, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули контейнер с артефактами. Сейчас у Тихоныча. Его группа физиков проверяет его на приборах. Предварительно говорят, что это обломок аномалии. Чего-то типа инкапсулированное в какое-то торсионное поле. Плотнее урана где-то в два раза, говорят. Плюс какая-то пульсация артефакта на уровне псифона. Свойства, естественно, непонятны. Тихоныч молчит, как партизан. Пульсация, мать ее. Да. Бывает. Пробивали тут стаи. Не точно двери под цвету вход. Одни как разбойничали, так и разбойничали. Другие то ли НАТО в зону, то ли в зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человек вон шлёпнул, что выжарится. Ох, неохота мне за хабаром сегодня пристись. Сейчас бы двое бы оказаться. А ты мочкнул это с кнопкой толковой. Заведенно, что он только не знает, что здесь происходит. Как это происходит? Эх, и чтоб ты мясо такой здоровый, чтоб прям сверкало. Портящий, сочный. Опять сапожище хреновые подсонами. Что у них совести совсем нету у этих? За неделю подошли какой. Шел я, короче, в одном избушке. Мне сказали, есть клевое место, клевое. Артефакты вроде бы нычка чья-то. Подхожу, короче. Толканул я дверцу. Закрыт. Что такое? Еще раз, опять. Я, значит, ее стерву открываю, она стерва сама закрывается. Понял я, что в дверь меня кто-то не пущает. Ну что ж, полез в окошко. Внутри отдышался, поправился чуть, пошел смотреть, кто это с дверью баловал. А там комната большая, в ней стол стоит, длинный такой, как шоссе. А у стола стул стоит, высокий такой, как башня. И тут кто-то зашептал у меня в башке, а шеха пошло. Ты кто, спрашивает? Ну? Я говорю, чего? Ваня, я тутошний, меня тут каждая собака знает. Тут снова зашептала. Ты, говорит, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? А я-то не растерялся, говорю. Так это ж зашел водички попить. Смотрю, никого нет, вот и залез. Ну ты крут, чувак. А оно мне говорит, ах, водички? Нету, Ваня, здесь водички. Да и не нужна она тебе больше. Ну, блин, я тут говорю, как? Ну, если нет водички, ну так я пошел. Тут я попробовал сколоть оттуда по-быстрому. Тут все одно, или тварь какая тутошняя со мной заговорила, или белая горячка, а пора из зоны сматывать. Так и надо. А она говорит, ты погоди, Ваня, останься, делать тебе есть. А у меня ноги к полу приросли, не подвинуть. Оно говорит мне, что-то с твоей башкой не так, я тебя почти не чувствую. Чего это спрашиваю, мне надо чувствовать, не надо меня чувствовать.
Это опять. Тут и оно, что надо. Я таких, как ты, за 200 метров чую. А тебя вот только перед самой дверью. Да и то. Только после того, как ты ломиться начал. У тебя что, новое специальное оборудование какое есть? Ты, какое у меня оборудование? Говорю, нет у тебя ничего. Фонарик вот, да, двустволка старая. Вот и все оборудование. У меня гражданин начальник, ничего такого сроду не бывало. Угу. А оно говорит, ты мне не ври, Ваня. Я тебя насквозь вижу, не доводи до греха. Я говорю, да ей-богу нету, ну хоть обыщи. Оно зашептало, а вот это можно. Тут-то у меня телогрейка зашевелилась. Все, что в карманах было, выползать начало само по себе. Господи, боже. И главное, чекушка заветная туда же. Но думаю, гады, не, родное вам не отдам. До хаты целый день топать, я ж не доживу. Цепился я в бутылку, вот дитё. Мое это добро, гражданин начальник. А бутылку как кто-то держит. И не отдает, тянет вверх. Ну, думаю, падлы, не видать вам моего самогона. Потянул бутылку к себе, зубами пробку вынул, начал пить. Три глотка я не сделал, не идет. Ну, а как тискарь сдавил. Перед глазами круги уже. Так вот, значит, глотнул я еще раз. Пять, наверное, через силу. Кинул им бутылку. Подавитесь, падлы. Тут ты меня отпустил. И вот это говорит. Ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Никуда я, гражданин начальник, не пропал, говорю. А сам потихонечку отползаю. Но опять. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет. Тут-то я и сообразил. Хотя первачок уже по мозгам дал неплохо. Потеряла меня тварь из виду. Текать надо. Кое-как поднялся на ноги, все качается, как балкер в 9 баллов. Подхожу, значит, к окошку, гляжу назад. В комнате гвозди летают. Вещи мои из карманов, которые... Кирпичи сверху падают. И шепот этот проклятый мне вслед. Я тебя, Ваня, все равно достану, достану. Да ну? Так вот, выскочил я, значит, из окна и ходу. Вещи, ружье, все там осталось. Как я пьяный из зоны выбрался, бог весть. Но теперь я туда не ногой. Тот райончик. Сдохну, а не пойду. Я вот думаю, может лучше к ученым. Давно сторожем звали. Ружов, упайка. Все вещи пропали, куда все так? Вот такое со мной приключилось. Да, все может быть. Судьба. Нет, от судьбы точно никуда не строится. Что на роду написано, так она и будет. Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. Музыкальная пауза. Ну,
Недавно смотрю, вмятина в земле характерная. Ну, на трамплин похоже. Ну, наверняк бросаю болт и охреневаю. Болт, блин, нафиг пролетает, и хоть бы хны. Ну, думаю, глюк перепил спиртяги, пока по зоне шастал. Так и визуально все понимаешь, ну, все как трамплин. И тебе грунт светлее, и на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет, листики летают по спирали. Да уж. Так, значит, туда, присел, туда. Взял камушек с земли и кинул его навесиком. Ну, думаю, ща рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ну, и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. На клеточках тихонько ползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс, мать его. И шо? Подполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые покидывал, лежат аккурат в плеши. Но моя сталкерская нутро говорит, сваливать надо. А я нет. Особняк. Надо разобраться. Все правильно, чувак. Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин. Тяну руку в трамплин к одному из камушков. Прикиньте, а? Ну ты крут, чувак. Взял. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Ну и чего? А ну, дальше-то что? Меня откинуло метров на пять. Зря, конечно, камушек тронул. Карму заработала. Еще пока летел, видел, как камни вперед забрал. Стукнулся, отключился. Но камень я, этот, с тех пор с собой тягаю. Вот так. Повезло. Все хорошо, что хорошо кончается. Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Правда, нас такого нет. Не дай бог мне такое выпадет. Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red R is the place for you. We're always happy to serve new customers. Подкатывался, успели вывезти. Едем, тот контужен. Если бы, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули контейнер с артефактами. Сейчас у Тихоныча. Его группа физиков проверяет его на приборах. Предварительно говорят, что это обломок, аномалий. Чего-то типа инкапсулированное, какое-то торсионное поле. Плотнее урана где-то в два раза, говорят. Плюс какая-то пульсация артефакта на уровне психона. Свойства, естественно, непонятны. Тихоныч молча, как партизан. Пульсация внимательна. Да всякое бывает. Поговорим по-мужски.
Нет, ну чего этим свободовцам надо? Чтобы зон не трогали? Да как такое можно нетронутым оставлять? Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Занес пробом страшно. А вот такое вам как? Точно звери, по свету скорость. Одни как разбойничали, так и разбойничали. Другие, то ли нас обгоняют, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человек им шлепнул, что высмотаться. А то есть, как-то подкрепить, как-то сделать, как-то там бахнули. Забьёшь, как-то не так помогли. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet.
Эх, вот тот уже хабар пошел. Ну тот. Ну что завязывай, пара. Вот тут палочка. Мне понравится, что только так точно прикрепит. Все, музыкальная пауза. Хреновое дело стало. Пьяный бред, похоже. Никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Что там у них? Знать бы.
Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Правильно такого нет. Не дай бог мир такой выкрутит. Что? Защитить человечество. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Нифига они про нас не знают. Да и хрен с ней. Понимаете, я не могу сдать математику, потому что в последнее время совсем не сплю. Только глаза закрою, сразу такой кошмар снится, будто меня на заброшенной атомной станции окружают страшные мутанты и вот-вот разорвут на кусочки. А про детали мы, значит, идем. Окончи вы институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка подались бы в сталкеры, а там и до кошмара ваших недалеко. Но у меня есть верное средство. Переэкзаменовку по математике вы так и не сдали, а следовательно будете отчислены и пойдете служить. И никаких монстров. Stalker, protect the world from the zone. Join duty. Блин, так не смешно же. Вот дерьмо-то. День готов подход, кажется. Ни хабара, никакого приварка. Вот сейчас я выдам. Stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Ну, порадовал, порадовал. Все, завязывай. Однако дерьмово все это явно складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги... The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Как грустно все выходит. Да, вот хорошо, так же. Ты какого чего-то меня сюда ходит? Будьте бы дома. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Просить мелкого. Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке, да с кружкой толковой. Thank you.
Шпирну? Он с дверьей, ему всегда хорошо. Нашел поляну, шейбарни, тут тебе и стол. А ты Татьяна себе поехал, если в рейке не делал. Подходим мы к границе зоны. Я, заранее вынимаю кусачки, направляюсь к проволочному забору. Тут Василь посмотрел на меня, так лукаво, и говорит: спорим, я сделаю проход в заграждении за 7 действий. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю: а я за 6, а я за 5, за 4, за 1. Нифига себе, думаю, как это он собирается осуществить. Ну, говорю, давай, действуй. А этот крендик спокойно так снимает с пояса гранату и шлёп её под забор. Я такой успех, говорю: не надо, и шлёп носом в грязь. Василий, шлёп рядом со мной. Ну что, бабах. Нас так не слабо усыпало землёй грязью. Над головой табличка эта пролетела, не приближаться опасно. И? В общем, хватаю Василия за ремень, бежим. Ну, сами же понимаете, с блокпоста куча народу сейчас прибежит с автоматами. Рванули мы через дырищу в заборе. Затем полем, ближайшей рощи. Добежались, в яме завалились. Дышим, слушаем. Ну и те из пулеметов по нам, естественно. Сверху всякая шелуха сыпется, щепки, шишки. Ну, сами понимаете, да? Ну, тут-то я Василию говорю: спорим, я тебе морду набью с первого раза. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить мелкого. Погода. Что ж ты такая переменчивая? Protect the world from the zone. Join duty.
Если еще кто бар, вот все, завязываю с зоной нашей. Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. Внимание, анекдот. Ну чё, типа анекдот. Подъезжает, значит, до бара пацан на джипе, у классному прикиде и ставлю. Ну, лошара такие злостные, на разбитии вообще в жопу ныли. Ну, пацан выходит, значит, с тачки и бачит. Сталкер 5 минут двери захлопнуть не может. Ну, то пацан позырим, значит, на эти дела и говорит. Слышь, говорит, что ты паришься? Ты что, стремаешься кого, чи что? Да тут вообще всегда спокойно. Я вам точилу свою никогда не закрывал. А сталкер такой, ага, а я типа тоже не закрывал. Так вчера бюреры залезли и на сидуху насрали. А хорошо, а так разговаривает эта стая. Ну, точно верю, последу скоро. Одни как разбойничали, так и разбойничали. Другие то ли нас отгоняли, то ли зону от нас отгоняли. Солдаты, блин, кто же. Человек вон шлепнул, что выпадется. Вот дерьмо-то. Денька тут под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Нет. Все равно, пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Правда, у нас такого нет. Не дай бог мне такое выпадет. Я тут вспомнил. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. В центру зоны. Важко так ломляться. А тут глянь, на зустрічі сталкер з волі. Та навантажений ще такий, що все. Ну вони питаються, а що там далі буде? А той це сміється. Та вже нічого не буде. Я вже все забрав. Витеє, пихнуть хочете? Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists, and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. Однако как дерьмово. Все это ерунда. Да, вот музыкальная пауза. Сколько уже тут паримся, а под ноги почти никакой. The zone's expansion. Join duty and save the innocent.
Вот это как медом помазал. Ну, порадовал, порадовал. Эх, вот я как всегда такая труха была. Тихо, тихо, вот. Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. А приехали еще хабар, вот тоже, и все. Завязываю в зону нахрен. Внимание, анекдот. Ну что, типа анекдот. И въезжает, значит, до бара пацан на джипе, у классного прикиде и старта. Ну, лошара такие злостные, на разбытии вообще в жопу не едет. Ну, пацан выходит, значит, с тачки и бачит. Сталкер 5 минут двери захлопнуть не может. Ну, то пацан позырил, значит, на эти дела и говорит. Слышь, кореш, что ты паришь? Ты шо, стримаешься кого, чи шо? Да тут вообще всегда спокойно. Я вон точилу свою никогда не закрывал. А сталкер такой, ага, а я типа тоже не закрывал. Так вчера пюреры залезли и на сидуху насрали. Упло, как охота. Эх, хватит сейчас хорошего. Да чтобы у нас все было. Free stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Вот ведь как грустно все выходит. Да вот, хорошо там, где мы. И какого черта меня сюда пришло? Лучше бы помнить. Да. Attention stalkers. We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Ёпан парк, я опять забыл старые закладки проверить. Так бы не пошуровал никто. Да, вот она, работа, друзья, ощущать. Узнать бы еще, кто здесь этот цвет, как ее пытается. Да, настроение полно не бывает. Углянуть кругом сплошно. Вот вернулась. После такого везде хорошо будет, в любой дыре. Ничего, на малявке, пройдемся. Не зря же я тут вон сколько неба хочу. Я и друганы мои. Прорвемся.
А группа моя никого уже. Никого. Однако дерьмово все это явно складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. Пожрать для чего хорошего. Купить нету. Хватит уже новичков стращать. Новичков он же как собак выбирал. И все равно лучше с крюком взял. Как бы я, солдат этих кончил. Второй раз я исполнил борьбу, мы сейчас собрали. А что вообще жить не такие расклады прошли? Сидят, блин, на твоих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Да, вот хорошо там, где... Ну, какого человека меня сюда будет? Лучше бы дома сидеть. Кстати, вот было. Deadly anomalies, dangerous mutants, anarchists, and bandits. None of them will stop duty on its triumphant march towards saving the planet. Так, лукавый говорит. Спорим, я сделаю проход в зарождение за 7 действий. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю. А я за 6, а я за 5, за 4, за 1. Нифига себе, думаю, как это он собирается осуществить. Ну, говорю, давай, действуй. Этот крендель спокойно так снимает с пояса гранату и шлёп её под забор. Офигеть. Я так успел, ты говорю, не надо, и шлёп носом в грязь. Василий, шлёп рядом со мной. Ну что, баба. Нас так неслабо усыпало земной грязью. Над головой табличка эта пролетела, не приближаться опасно. А дальше-то что? В общем, хватаю Василия за ремень, бежим. Ну, сами снимайтесь, блок поставили. Куча народу сейчас прибежит с автоматами. Рванули мы через дрищу в заборе, затем полем, в ближайшей роще. Добежались, в яме завалились, дышим, слушаем. Ну, и те из пулеметов по нам, естественно. Сверху всякая шелуха сыпется, щепки, шишки. Ну, сами понимаете, да? Ну, тут-то я Василию говорю. Спорим, я тебе морду набью с первого раза. Почему тут люди стреляют в людей? Это так выжить трудно. А вы еще без конца собаки. Стоп!
Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. Такое вам как? Отличная легенда о темном сталке.
ты как-то не вовремя. А дома такая была. Придешь вечером, а баба дома шла, что здесь я чего был. Погода. Что ж ты такая переменчивая? Ну вот, значит, встречаются двое сталкеров. Слышь, а ты про Васю, ну того, который в детстве еще хотел летчиком стать, знаешь? А что с ним? Да он вчера в трамплин попал. Опа. Сбылась, можно сказать, у человека заветная мечта. Полетел. А поновее ничего нет? Вот как вернемся. Кто жив останется? Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Карты уже по ней где хочешь могло. Эх, вот не как всегда такая плохо была. А вот чего я одна пилочка. Так, ага, точно. 3-4 доллары года долгие годы. Все, в конце концов, прибегай. Завязывай. Что случилось-то? Ты куда пропал? А он, да тут это, значит, решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить. Как обычно, перемочил два десятка кровососов, пяток дюреров, 300 и слитых, что ты извел под корень. А зомби так и вообще не считал. Ну, это понятно. А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало уходят. Ну, в общем, обделался я по-страшному. Да 100 лет ему в обед, его такая борода. Ничего, надо не дальше. Вот и яблочко, сразу хорошо. А группа моя, никого уже, никого. Брехня. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Учиться ничему не хотят. Учиться, блин, не хотят. На американцев она смотрит, и рыцарь закрывает от жадности. Ты не проанализируй, он тебе так опасен. Ни о чем думать, что ходят к кому бабок. Опять тяжкие болезни, не разбросать. Да,
все может быть. Опять сапожища хреновые подсомнули. Что у них совести совсем нет у этих? За неделю подошли копы. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Ну, все, завязывай. Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. Играть научиться. Attention, stalkers! We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Ничего, ничего. На малявке пройдемся. Не зря же я тут вон сколько неба корчу. Я и друганы мои прорвемся. А все-таки накоплю я на свой домик. Короче, Хохман, не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. Блин, так не смешно же.
The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Пожрать бы чего хорошего. Купить нету. Ёлки-палки. Знать бы раньше... Attention, stalkers! We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Тебе надо было побольше галеты поспеть. Ведь я знал. Ох, неохота мне за хабаром сегодня трястись. Ты что бы дома оказался? В этом очке, да, с книжкой толковой. Как грустно все выходит. Ёлки-палки. Знать бы раньше, что только поставить на тебе будет. Патрон, века. Да, если все это делать до сих. Новичков нынче как собак неведомо. И все они лучше стариков знают. Stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Да, вот она, работа, друзей защищать. Узнать бы еще, кто за весь этот цирк ответить должен. Пожрать бы чего хорошего. Купить нету. Зона. Да мы все теперь в зоне. Головы донос. Я без газа уже по ней не ходить не могу. Some work, then 100 Reds Bar is the place for you. We
I'm always happy to serve new customers. Такое вам как? Все, завязывай.
Майор! Не учатся ничего, мастер. Не учатся, блин, не хотят. На американцев она подвесили, скажите, трое под задницу. И вы прямо на ней, а вы тебе про собак. Ни о чем же, ты тогда кроме бабок. Хотя пришли, блин, там, что я обошел. Я тут вспомнил его. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повелялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: «Водички, попей!» А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезет, пришибет. А раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно: «Водички, водички попей!» А тут из палатки навстречу ему высовывается рука, из-за горла его цап, и такой щиплый голосок отзывается тихонько: «А тебе моя водичка зачем нужна?» Ха-ха-ха! Ой, а посмешнее ничего там не надо. Free stalkers, veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Как бы я солдат этих кончил. Второй раз, если бы так заметно подобрали. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Ну вот, значит. Да что было отсюда? Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо – аномалии. Вперед – монстры. Налево – кабаки и детки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает: выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые, непонятные, кабаки и детки. Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Правда, у нас такого нет. И не дай бог мне такое выкрадет. Это устал я. Не так надо времени, как я бы его стоит. Нет, ну свобода. Они ведут натурально. Побежала в зону дебилов на кузнице. У тебя в боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь. И как там мои что-то могли знать бы. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Что защитить человечество? Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Как же надеются? Нифига они про нас не знали. Да и хрен с ней, со славой. Разобраться бы с этой зоной.
Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них совести совсем нету у этих? За неделю подошли каплык. Attention stalkers! We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Мы уже вычистили бы до самого донышка. Американцы на подвиге и крысы скрывают от жадности. Ты не проломали, он тебе прохабал. Ни о чем думать, не хотят кроме бабок. Хотя кишки по векам не разбросали. Черный сталкер. В лагерь ее ночью повалялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: «Водички, попей!» А если не дашь хлебнуть из пляжки или наружу полезет, пришибет. А раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно: «Водички, водички, попить!» А тут из палатки навстречу ему высовывается рука из-за горла его, цап! И такой сиплый голосок отзывается тихонько. Attention, stalkers! We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Ну, батоны нынче хреновые делать стали. А вот анекдот. Старые и молодые долговцы идут по зоне. Chernobyl veterans, join duty. We have a huge responsibility to protect the world from the expanding zone. Тут на цыпочках пополз, вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый как завопит радостно. Во, я же говорил, брешут, брешут, что тут аномалия. Упло. Погода, погода. Что ж ты такая переменчивая? Вот дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, ни какого приварка. А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Attention, stalkers! We need volunteers for dangerous but well-paid missions. Come to the bar if you're interested. Ничего, ничего. Ну, малек, прорвемся. Не зря же я тут вон столько неба торчу. Я и друганы мои прорвемся. Полконтракты, блин, сплошные. А дома-то как было. Придешь вечером, а баба домашняя на стол дядячего.
А вот что я еще слышал. Паркуются в лесочке на баре двое сталкеров. Первый крутой такой весь, аж из ушей лезет. На ландровере, ну или типа того. Второй замухрыштый, на драной ниве. Ну и начинает круто прикалываться, глядя, как тот все никак дверцу помятую захлопнуть не может. Кричит ему: мужик, что ты со своей развалюхой морочишься? Кому она нужна? Ты бы еще противоугонку поставил, комик. Я вот свою и то не закрываю. Кого тут бояться? Ну, второй молчит, а двери кое-как все-таки закрыты. Возвращается он, значит, из бара. А крутой молча стоит у своей машины, как и каменел. И только в столом смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит. А потом сочувствует так: да, приятель, не повезло. У меня вот тоже такое как-то случилось. Не закрыл двери, так бюреры залезли и засрали все в усмерть. А поновее да, ничего нет? Работа, другие ощущения. Узнать бы еще, кто за этот цвет, который ты сделал. Ну, это интересно. Скоро дать. Не так, чтобы прям золотое дно, но это что-то времени побольше надо. Времени, здоровья опять же. Вот, наверное, все это так. Будут и бахнут от людей. Спасибо. О. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocent. Я не видел, что называется. Убежал он был невидимок на кузине. То есть я в боевых вопросах они неплохо поднимают. Ничего не скажешь. Что? Защитник человечества. Спать хочешь?